Все наши в лодке. Дура! Ага, то-то вот, эх вы, а мать! Здорово ли, мать? Где Алексей-то? О, школы-то отцовы! Лезайте в лодку! Здравствуйте! Это дядя Яков. Пусть бы я кум собакою, мама. Дядя Михаил. Мастер Григорий. Вотца. А это братья твоего, Саши и тетка Наталья. Цыганок под мастерье. Сыновья-то как? Все делят, не поделят. Эх, дети, дети. Все наше племя. Во, сколько. Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. За печкою сверчок тарахтит, тараканы беспокоятся. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Да будет тебе, Яша, сердце надрывать. Ванюшка, сплясал бы. Эх, прочь, грусть, тоска. Ванька, становись. Woo!
Ну, бывало он. Да бабушка. Погоди. Погоди. Акулина Ивановна, сделай милость. Пройдись разок, как бывало с Максимом Саватеевичем ходил. Утешь. Да что ты, Свет? Что ты, сударь, Григорий Иванович? Ты где ж мне плясать-то? Так людей смеши. Мама, спляши. Спляши ты, мама. Акулина Ивановна, спляши, бабань. Спляши, бабань. Спляши, Акулина Ивановна. Смейтесь себе на здоровье. Ну-ка, Яша, перетряхни-ка музыку-то. Для праздника. Вот, учитесь. Кто я был? Сирота, нищий матери сын. В обтёк пришел в Нижний. А вот, дошел до своего места. Старшиной цеховым был. Начальник людям. И в доме добытчик. А вы что? Эх вы! Ванька, работник ты, золотые руки дуть тебе горой. Выделит меня отец, иди в мою красильню. Никак, Яков Васильевич. Будь. Василий Васильевич, сказали открыть еще красильню, с ними останутся. Ограбит меня отец. Ваньке все. Молчать. А, Ванька с тобой останется. А нас когда выделить? Давай нас выделить. Давай наши деньги. Скатерти покупай. Ваньке приданы хочешь отдать? Да. А наши? А наша. Молчать. Никому не дам. Я добытчик. И все мое. А я что, не сын? Кому? Нет, я что, не знаю. Полноте, Яша, Яша. Молчи! Отдай им, отец, все легче тебе будет. Ну, чиз, потанчица! Я что? Не ты? А я чужой, да? Кто такой? Кто такой? Сегодня дели. Ваньки все, а сынку и ее. А мне? А мне? Чего тебе? А я не сын ему. А кто такой? Сон, кто такой? Ух ты, бог! Нет, я. Кто такой? Поставлю агроматичный. Кто? Ведьма!
Ты, мать, гляди за ними. А то они Варвару тебя, Алексея, изведут чего доброго. Полно, отец. Сними-ка рубаху, я зашью. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец. Надо, надо. Ну, знаю я тебя. Ты их больше любишь. А Мишка твои жуи. А я кабармазон. Пропьют они добро мое. Промотаю. Кто тебя посадил на печь? Мать? Я сам. Леш? Я сам, я испугался. Весь вот шар. Псал он. Когда эти дядя раздрались, видал? И дедушка шибко осерчал. Дедушку любишь? Не знаю. А я, окромя бабани, всех кошериных не люблю. Пускай их демон любит. А меня? О, и ты не Каширин. Ты Пешков. Другая кровь, другое племя. Ванька! Ладно, иди валяй, работать надо. Работать, Мишка, надо. Отец придет, он тебе покажет. Сволок он, Саня, шито лодой. Гляньте, лодыри, руки-то золотые. О. Дай покрасить. Я не покрашу. Котел спущу. Но. Яков устроил. В субботу выпарю. А дядя Михаила будешь пороть? Надо бы. Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну. Попробуй, тронь. Моя мать самая сильная. Ты чего хнычешь? Всего красть. Я знаю. А если скатерть покрасить, дедушка так выпарит за это, что вся шкура слезет. Не выпарит. Моя мать самая сильная. Он побоится ее. Вот здесь линия. Зови бабани скорей. Надо от греха подальше. Ну и попадет тебе.
Ах ты, пермяк, солёны твои уши, чтоб тебя приподняло да шлёпнуло. Уж ты, Ванюшка, не сказывай дедушке. А мне что? Глядите, он со шуткой не наябничал бы. Беру мыша. Ложу в банку. Тары-бары, раста-бары. Нет мыша. Нету. А ну покаж. Умный житель мышь. Ласковый. Его домовик хранит. Во, как понимаешь. О. Эй, Ватка! А я... Ага. Бабань, расскажи про домового. Расскажи, бабушка, расскажи, бабушка. А, Юлия Ивановна, расскажи. Расскажи, бабушка. Расскажи. Бабушка, расскажи. Домовик, родовик, дому сторож. Старину-то люди, как из дому ехать на другое место, так и домовика с собой брали. А как это брали? А вот как. Закинут старый лапоть под печек, да и говорят. Домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место на иное счастье. Вот так сани. А как это он в таких санях поместится? Так уж говорится. Бабай, расскажи еще что-нибудь. Расскажи, бабай, расскажи, бабай, расскажите. А вот еще что. Сидит на подпечке старичок домовой. Занозил себе лапу лапшу. Лапшу. Качается, хныкает. Ой, мышеньки, больно. Ой, мыша-то не стерплю. Рад, учитель. Простите, Христа ради. Лысику прощу. Ну-ка, снимай штаны там. Простите, Христа ради. 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 Простите. Алексей, иди ближе. Ну, кому говорю? Вот, гляди, как секут. Не больно, а вот так, и это же наперсток. Я и сказал проказиться. Доносите оправдание, доносчику первый кнут. Вот тебе скатерть, вот тебе скатерть, вот тебе скатерть. Прости, не дам, не дам, не дам. Ну ты, братан. Подождите меня!
Папаша, 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 не надо, папаша. Ты по что не отняла его, а? Испугалась. Я такая здоровенная. Я старуха, и то не боюсь. Стыди. Отстаньте, мамаша. Тошно мне. Не любишь ты его. Не жаль тебе, сироты. Я сама на всю жизнь сирота. Если бы не Алексей, все равно ушла бы я. Уехала бы. Не могу я жить. В аду этом. Сил нет, мамаша. Пусть братья берут все. Не нужно мне ничего. Уеду. Кровь моя, сердце мое. Иди, иди. Коли тебя там лучше будет. А я при Алексее останусь. Буду ему. И бабка, и мать. Ну что, твоя мать самая сильная, да? Здравствуй, сударь. Тетя Ведь, не сердись. Ну? Вот видишь, я тебе гостинец принес. Я тебя тогда перед тобой оборот. Разгорячился очень. Кусил ты меня. Царапал. Ну и я тоже-то рассердился. Но, однако, не беда, что ты лишнего перетерпел. Зачет пройдет. Меня, думаешь, не били, Алеша? Били. И как били? Вот ты пароходом прибыл. Пар тебе вез. А я в молодости сам своей силой сопротив Волги баржи тянул. Баржа по воде, а я по бережку босс, по острому камню. Накалит солнышко затылок-то. А ты согнувшись-то в три погибели, косточки-то скрипят. Идешь, да идешь, и пути не видать. Глаза-то потом залила, а душа плачется, а слезы-то катятся. Идешь, идешь, матушка ты Волга. Василий Васильевич, а? Где вы есть? Заказчик. Долина по улице метелица метет. За метелицей ему не миленько идет. Ты постой, постой, красавица моя. Дозволь наглядеться радость на тебя. Эх, как бы голос мне хороший. Ушел бы я отсюда. Попел бы лет 10, а там хоть бы что. А что это на руке у тебя? Да еще хуже было. Зажило много. От чего это? Как вошел дед в ярость. Вижу, запорит он тебя. Так стал я друг подставлять. Ждал перелом спрут. Дедушка за другим отойдет. А тебе и утащит бабаня или мать. Ну, прут не переломился. Гибок, моченой. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Во! Так стало жалко мне тебя. Чую беда, а он хлещет лук.
хлещет, понимаешь? Ваня, я очень люблю тебя. Я ж тебя тоже люблю. Зато и боль принял. За любовь. А ли стал бы я за кого другого? Фу, наплевать. А тебя поди-ка часто драть будут. За что? А вот дедушка упрям, и ты упрям. Вот уж он и сыщет за что. Тебя когда вдруг говорить течь будут, ты гляди, не сжимайся. Не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больнее, ежели тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы мягко было. Киселем лежи, и не надувайся. Вот. Кричи! Ори благим матом. Это помни, это хорошо. Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, брат, из кожи хоть сапоги шею, вот, понимаешь? А говорит, постой, постой, красавица моя, эх, да звали глядеться, радость от тебя. Яков хочет крест ставить. Дядя твой жену насмерть забил, замучил. А теперь его совесть дергает. Крест ей по обещанию на могилу ставит. Как же он забил? А так, бьет, когда люди не видят. Она не сдюжила, умерла. А зачем он бил? Зачем? А он поди сам не знает. Каширин и брат хорошего не любит. Тебе все надо знать. Ты гляди, а то пропадешь. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца-то твоего утопить хотели. Она все скажет. Она неправда не любит. Мне дядь Григорий все сказывал. Ты его не боишься? Нет. Ты его не бойся. Он добрый. А ты постой, постой, красавица моя. Эх, как бы голос мне хороший. Ушел бы я отсюда. Песни я жёг бы я народ. Ванька! Ванька! Я ходил. Заказом. Становись под коме. Держи. Ну, давай, давай. Заноси, заноси, слю. Так, так. Ваня. Ну? Ну, ну. Не стюжишь, Ваня, а? Тяжело будто. Стыдись, Ванька. Мы оба шиже тебя. Открывай ворота, слепой черт. Чего, Лех, ничего. Пойдешь, Михайло. Ваня! Пшел! Ваня! Не щенок! Пришивая дура! Чего, дядь Григорий? Дюжу! Пошли, пошли! Дядя Григорий, почему у тебя темные очки? Того, милый, что глаза мои свет не переносят. Видишь, какой пар идущий. Глаза ест. А давно тебе пар глаза ест? 37 лет, милая. 37 лет на дедушку работаю. Всю мою силу он съел. Теперь вот ослепну скоро совсем. Он уже нищий пойдет. Как ослепнешь, я
с тобой пойду. Буду водить тебя. Ладно? Вот и ладно. И пойдем. А я буду в городе оглашать. Вот это Василий Каширина, цехового старшины внук. Дядя Григорий, почему дедушка такой сердитый? Потому что дела прям все хуже идут. Что к чему говорится, к чему делается. А надо тебе все понимать. Отец твой Максим Саватеевич козырь был. Он все понимал. Зато дедушка и не любил его, не признавал. Житье твое сиротское трудное. Не поддавайся никому. Смотри всем прямо в глаза. Собака на тебя бросится. Ей тоже. Вот станет. Стой-ка. Споткнулся он, его и придавило, и нас бы с Мишкой покалечило. Да мы вовремя крест-то сбросили. Вы его и задавили. Ну-ну. Вы! Ну-ну! А дядя Михаил в церковь погнал за отцом на лошади. Хорошо, что не сам-то я под кумель встал, а то бы и меня. О! Голубчик ты мой, ястребенок утешный. Он окаянный. Душа была Иванка. Ранней весной, в дождливую ночь, нашла я Иванку у ворот дома на лавке. Подкинули, лежит в запон обернут. А зачем его подкинули? Бедность, Алеша, такая бедность, что и говорить нельзя. Дедушка хотел Ванюшку в полицию нести, да я отговорила. Очень обрадовалась я, Иван. Уж очень я люблю вас, маленький. Ну, и взяли. Я его вначале жуком звала. Совсем жук. Ползет и ужит на всю горницу. Жу-жу-жу.
Да вот дядя извели. Бабушка, а почему дядя злые? Они просто глупые. Мишка-то хитер, да глуп. А Яков так себе блажен муж. Ну, пойдем, голубая душа, пойдем, пойдем. Михаил Васильевич, за реку едешь? За реку, говорю. Господи, Варваре-то улыбнулся бы радостью какой. Сыновья-то как ссорятся. Михаил-то старшой, ему бы в городе надо остаться. Зареку ему ехать, то видно. Ты сам знаешь, всякому хочется, что получше. А отец, он Якова больше любит. А лето хорошо, Господи, не равно-то детей любить. Ну, прям старик. Ты вразуми его, Господи, как надо на детей-то поделить. Зареку не поеду. Ты вспомни, Господи, Григория, глаза все хуже. Ослепнет, померу пойдет. Нехорошо. Он всю свою силу на дедушку истратил. А дедушка разве... Ведь не спишь, разбойник, не спишь, голубая душа. О, так ты над бабушкой, старухой, шутки шутить затеял. Старец Тенцит съел комара. Ну, спи, спи, голубая душа. Ну, что еще? Вот Алексей не дается деду. Все поперек слова норовит сказать. А как ему жить, сироте? Ну, мать, посетил нас Господь, гори! Лошадь, выведи!
бойся, а я тебя оставлю стать этаком. Ох ты, мышонок! Где ты, Григорий? А, Алексей Максимович. Ну, вот и все. Не видать ничего. Алексей Максимович, Алексей Максимович, Алексей Максимович. Григория рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик. Отжил. 37 лет отработал тебе отец. Нельзя. Он совсем ослеп. Ладно. Не то его ума дело. Вот детей теперь делить буду. И делить-то нечего. То все погорели. Легче тебе будет, отец. Михайло, значит, за реку. Яков здесь останется. А мы с тобой на новом месте. Эх, и мы! Яков собака, и вот бы Яков с утра до ночи, ой, скучно мне, ой, грустно мне. А, поварили? А ты думал, Яшке все? Давай-ки, щенкую. Врешь. А, Лешка. Дурак. Ой, это время. Домовик, родовик, вот тебе сами, поезжай-ка с нами на новое место, на его счастье. Отец, отец, погляди. Ты куда же ими тут? Фу! Ну, окаянные! Вот видишь фигуру? Это ас. Ну говори, ас. Ас. Буки. Буки.
Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Это что? Буки. Опал. А это? Веди. Верно. А это? Земля. Опал. Это что? Ас. Ас. Буки. Буки. Веди. Веди. Глаголь. Глаголь. Добро. Добро. Веди. Веди. Добро. Земля. Мать. Мать, ты гляди, как взялся, да? Веди. Ох ты, лихорадка астраханская! Ты чего орешь, а? А вы чего кричите? Я кричу, потому что я больной! А ты чего? Да будет вам надрываться-то! Пошел гулять! Чего делаешь? Тут куда? Здесь не внук. А, Коширин. Не Коширин, а Пешков. Песков? Пешков. А, хорошее дело. Ну, залезай сюда. Только сиди смирно. Что, брат, скверно пахнет? Да. Это, брат, хорошо. Если скверно пахнет, то нехорошо. Ой, это, брат, не всегда так, однако. Ты в бабки играешь? В кузне? Да. Играю. Хочешь, я тебе налиток сделаю? Хочу. Хорошая битка будет? Да. Ну, да. И вот ты мне приноси налиток, я тебе битку сделаю. А ты за это ко мне больше не ходи. Хорошо? Егош убьете. Ребят, это Коширина внук. Блин, я не Коширин, я Пешков. Нет, Коширин. Нет, Пешков. Нет, Коширин. Нет, Пешков. Нет, Коширин. Нет, Пешков. Побили? А банку нашел? Ну на! Ну не сердись! Давай с нами дружить, а? Thank you.
Давай. Мамка дома? Нет, мамки, ушла. А зверь-то как? Живы? Живы. Ну-ну, смотри, тараканов не выпускай. Ладно, не выпущу. Ты откуда его знаешь? А я здесь всех знаю. Тише ты. А что это у тебя? А ты полезай сюда, увидишь. Тише ты, уронил. А что это в коробочках? А это брат зверильница. Скажи. Гляди, не открывай, а то убегут, я их поймать не смогу. Почему? Вот ноги у меня какие. Обе такие сроду. Не ходят, не живут, а так себе. Ты один? Угу. Тебя звать как? Алексей. Значит, тезка мне. Кухота, послушай. Ну что? Шевелится кто-то. Ага, это паучишка там сидит. Его зовут Барабанчик. Хитрый. А вот этот таракашка Анисим, хвостун вроде солдата. А вот это муха, чиновник. А это черный таракан, большущий, хозяин. А ты почему им всем человечье прозвище даешь? Ну, если они на людей похожи. Прям ужас как похож. У нас во дворе чиновница живет. Целый день зудит, жужжит, всех ругает, ну, прямо муха. Или же хозяин. Ну, совсем как таракан. Важный надутый. Откуда ты их берешь? Сам ловишь? Которых сам ловлю, а которых ребята приносят. Тут ко мне ребята приходят. Жалеют они меня. Вот бабочков и мотыльков нету только у меня. Но эти в чистом поле бывают. А мне разве дадут? Слушай, ты чисто поле видел? Видел. Хорошо там? Хорошо. Вот попасть бы мне в чисто поле. А то умру и никогда не увижу. Слушай, а это Бог сделал чисто поле? Должно быть. А Бога-то где делает? В богадельне? Наверное. Слушай, а если таракана все вскормить да вскормить, так он вырастет, слушай. Если хорошо кормить, вырастет. Мышь-то уж совсем можно раскормить до лошади, верно? А что ж можно? Вот достать бы мышь, раскормить бы ее с лошадь, запречь в тележку и выехать бы в чисто поле. Я бы взял туда зверинницу и всех выпустил. Гуляй, домашняя! Тю, музыка пришла. Подними-ка скорее меня. Это муха чиновница дерется. На, бери.
Бери. Раскормись, лошадь. Уходишь? Я опять к тебе приду. Не обманешь? Нет. Ты давай дружить со мной, ладно? Ладно. Да, а где ты мышь-то хранить будешь? Да вон, в банке. Меч его давно пыль рассыпался. Кованы доспехи села ржавчина. Добрая одежда поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван. Сам-то он не в силе с места двинуться, ни руки поднять, ни слова сказать. Это, вишь, ему наказание дано. Злого приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Знаете, это удивительно. Это записать надо непременно. Это такое наше, знаете, вот это самое. Запишите, что ж, греха в этом нету. Я еще много знаю такого. Именно это. Это такое наше, народное. Нельзя жить чужой. Ты за мной? Нет. А что? Так. А, ну садись. Будем сидеть и молчать. Ладно? Ладно. Вот, смотри. Хорошая у тебя бабушка. Какая ты. Это ему в наказание дано. Злого приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Напомни, брат, это. Очень. Писать ты умеешь? Только читать. Научись. А научишься, записывай все, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится. Делаешь? Одну штуку, брат. Какую? Ну-ка давай лучи, помолчим.
знаю. Зачем? Разве не знаешь, мать приезжает. Комната для твоей матери нужна. Кто это сказал? Дедушка. Врет он. Для матери есть другая комната. Врет он. Но не сердись. Я все равно и теперь без этого уехал бы. Да. Ты помнишь, я сказал тебе, чтобы ты не приходил ко мне, а? Помню. Ты что, обиделся на меня, да? Да. Но я вот не хотел тебя видеть. Я знал, что если ты подружишься со мной, так твои будут ругать тебя. Да и меня тоже. Понял? Это я давно понял. А, ну вот тот вот и есть, вот это вот оно самое. А чего тебя не любит никто? Чужой, понимаешь ли. Вот это самое, не такой. А ты не сердись. Ты помнишь, что бабушка говорила? За чужую совесть не прятаться. Всякую вещь надо уметь взять. Это очень трудно. Уметь взять, как и жизнь. Понял? Нищими подохнем, нищими. Эка беда, нищими, ну и нищими. Ты знай, сиди себе дома, а помер, а то я пойду. Мне подадут, не бойся, сыты будем, ты брось-ка все. Эх, дура, блаженная ты дура. Последний ты мне человек. Ничего-то тебе, дури, не жалко. Ничего-то ты не понимаешь. А ты вспомнила. Аль мы с тобой не работали. Аль не грешили ради детей. А дети-то Мишка с Яшкой хватают, пропивают мое добро. А что ты потакал им, Татья? Попалчица! Не смей бить! Не смей! Не смей! Не смей бить! Кто у тебя здесь жил? Как его это? Химик? Куда уехал? Здесь? Как, когда? Дай бог память. Неужто? Господи, помилуй. Пойдем. Подбери подушки-то. Надумал тоже подушками швыряться. Больно тебе? Ничего. Завтра буду баню топить. Вымоюсь. Пройдет. Лицо-то не избито у меня, не? Бабань, ты чего так терпишь? Разве он сильнее тебя? Не сильнее, а старше. Кроме того, муж не наказано терпеть. А я не буду терпеть. Да что ты говоришь-то? Отсохнет твой язык. Вот услышит дед твои слова. Ну и пускай. Вот приедет мать, я ему тогда покажу. Ты вот что, голуба душа.
Ты не сказывай матери-то, что он бил меня. Не скажешь? Нет. Ну и ладно. Стало быть, все шито-крыто. Ой, ух, подбери к сердцу. Бать! А мать! Постояльц-то против царя бунтовщик! Господи, Господи! Вот и уходишь-то, Боже, из Байлерки, ты милости в цикирии ковыри-то, Варвара Великому! Кто позволил взять тебя отцы? Убьем! Что это, папаша? Опомнитесь! Убили! И дочь тоже! Все против меня! Как вам не стыдно? Ну что вы притворяетесь? Ну наклею я вам эти куски на коленкор. Еще лучше будет, прочней. Сегодня же наклей. Я тебе сейчас коленкор принесу. Великому ученице Варвару. А его надо сечь. Алексей. Ты зачем же святцы-то скромзал? А я нарочно. Пускай бабушку не бьет. Да-да, пусть не бьет тебя, а то я ему еще бороду обстригу. Какой ты большущий. Как одеваю тебя. Остричь нужно, да и учиться пора. Моя мать самая лучшая, она никуда не уедет, со мной будет, я учиться буду. Во как. Моя вчера ночью опять пришла пьяная. Сегодня утром говорю ей, что ты такая страшная пьяница. Она говорит, потерпи немножко, я уж скоро помру. А ты чего делать тогда будешь? Я учиться хочу. Схороню мать, пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтоб взяли меня учиться. Я тебе учить буду. И я. А мне охота голубей завести. Как завьется белый турман в синее небо, да пойдет кругами ходить. Хорошо ли? Ну, хорошо. Хорошо. Словно сокол. А у меня нет ни отца, ни мамы. Завез меня дядька сюда, да утонулся. А ты из какого города? Да он забыл, как город называется. Забыл. А в какой стране-то? На Каме. На Каме? Город на Каме. Где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Вот так город! Город на Каме, где не знаем сами, не достать руками, не дойти ногами. Да что ты? Разве на товарища? Сердится? Пойдем на вами, не возьмем руку.
а в гости отец тебе новый приехал. Быть бы Якову собакою, был бы Якова с утра до ночи. Ой, скучно мне, ой, грустно мне. Кто это? Это еще тебе бабушка. Ой, скучно мне. Вот и отец тебе. А я тебе краски подарю. Ой, грустно мне. Не надо мне вас. Слушай, чего ты злишься? Если бы ты знал, какое это горе для меня. Мам, я больше не буду так делать. Только не плачь. Не нужно озорничать. Не нужно. Вот я выйду замуж. И мы поедем в Москву. Потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Станешь учиться в гимназии. Потом станешь студентом. Доктором, может быть. Ученый, может быть, чем хочет. Чем только хочет. Достаточно. Скажи его, чтоб слушался меня. Слушайся, дедушка. Кто-то. Судьба тебе со мной жить. Вот так и станешь ты об меня чиркать, как спичка об кирпич. Дом-то я ведь продал.
дети все. Съезжать надо. Вот, это твое, и больше ничего от меня не спрашивай. О! Домовик, родовик, вот тебе сани, поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье поезжай. Я тебе повезу, ерекица! Я тебе повезу! Собрали, а? Плохо сегодня собирает. А нам с бабани на двоих пятак на день надо. 2 фунта хлеба надо? Надо. 4 копейки. Сахар на копейку надо? Надо. Вот и пятак. Ребята! Я Лёньке третье колесо нашел! Ух, Лёньке будет. Пошли ветошь продавать. Колесо-то где хранить будем? У меня. Оленька рад-то будет. Алексей, завтра в ряды приходи. Ладно? Ладно. 1, 2, 3, 4, 5. У тебя чай-то меньше моего. Мой крупней, наваристый. Значит, я должен положить меньше. Как тебе не стыдно, дедушка? И твое дело, убиваете меня, до костей объедаете. Эх, вы! А ты полна. Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит. И пускай дурит. Кого горя? Копеек 6 потянет. Леньке. Эх вы! На, баба, возьми. Вот спасибо, голуба душа, спасибо.
Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. Пойди-ка ты в люди. Нечего сидеть! Нечего! Я уйду, бабаня. Уйду! Возьми, родимый. А? Ты какой большой стал, здоровый, а? Что, тетя? А? Читаешь? Да. А, ну, читай, читай. И думай. Ну, а как твои-то, дедушка? Дедушка, как дядя Григорий, что? Собирает. Ага. Ну, а бабушка, помнишь, бабушкин-то бывальщину? Слово приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. За что вы? Когда-нибудь узнаешь. Ну, прощай, брат. Свидимся мы еще с тобой, брат. Прощай. Давай, давай! Меньше, а ты, мужа, не пьешь, устала.
добрые, подайте, пожалуйста. Подайте хлеб. Прошу вас, подайте. Эх вы. Подайте всю капусту. Подайте. Господа мои добрые, подайте пирожка. Василий Васильевич, прими. Ну, объяли меня до костей. Эх, вы. Пожертвуйте на храм Божий. На неугасимую лампу. Чисто.